еле еду. Кошмар, меня так морозит, все мышцы тянет во все стороны. Я так заболела, думала, сегодня нормально будет все, а сегодня еще хуже. Быстрее бы доехать, а. Это ужасно. Сейчас прибегу, скажу, чтобы Рик мне горячее молоко нагрел, кипяток и мед туда намешал. Под одеяло сейчас залезу сразу, меня все морозит, я какую-то кофту тут нашла, на себя ее одеваю.